между домами. То есть ты смотришь в окошко и видишь соседа из дома рядом. Вот так все застроено, все высотки так застроены. Чтобы было понятно. Вот такая особенность. Вот. Короче, видишь соседа напротив. Сейчас пройду, еще сниму. Заходим в дом, то везде лифт. Все красивенько, все чистенько. Бывает, консьержка сидит. Здесь нету. Вот парковка. Заезд и выезд на парковку. 4 этажа, это будет только парковка. О, машинка поехала. 1, 2, 3, 4 парковка, и дальше пошли жилые квартиры. Вот внешний вид этого дома. О, парковка открывается, машинка выезжает. Поехали. Вот дом. По 20, по 30 этажей порядки вещей. Дом. Первый этаж. Первый этаж по парковку. Парковка, мусорка. Особенность Арабских Эмиратов. Пустой кусочек, как-то кругами. И смотрим дома. Тык, тык, опять какой-нибудь 30-этажный домик. И опять расстояние между домами минимальное. Но такова национальная особенность Арабских Эмиратов. Сейчас строечку покажу. И вот она ведется, стройка, параллельно с большим домом строится второй большой дом. Никаких ограждений, ничего, никого не смущает. Парковка, 4 этажа и жилой отсек. И таких строящихся домов на каждом углу. Первые этажи у домов, под магазинчики, парикмахерские, столовые. Да чего только у них нету. Прачечные. Все можно найти на первом этаже. Единственный недочет, мусорок мало. Ну, по набережной мусорке есть, а вот так, чтобы около магазина, мусорок мало. Поэтому бумажки валяются везде. Особенность Шарджи. Вот еще кусочек расстояния между домами, а там сзади стоит третий дом. И вот получается вот так. Приходи, сосед, ко мне на чай. Да сейчас перепрыгну.